внимание автомобилистов. 1 июня с 10 часов утра будет перекрыто движение для дорожного ремонта по одной полосе движения транспорта по улице Терешковой. От улицы Сахьяновой до бульвара имени Карла Маркса. Улица Терешкова разбита на 6 частей, то есть завершение одного этапа перекрытия будет переходить на другой. Срок перекрытия каждого этапа составит 2 недели. И на три участка будет на одной полосе движения и 3 участка перекрытия на другой стороне полосы движения. Планомерно в течение 2,5 месяцев подрядчики завершат работу по улице Терешкова. Каждый из 6 этапов дорожного ремонта будет поочередно перекрывать одну из полос движения. Схемы объезда будут регулярно предоставляться в СМИ комитетом по строительству города Улан-Удэ.